Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, перед нами Cubot X20. И в этом видеоролике мы вам покажем, как увеличить или уменьшить размер иконок на главном экране, то есть здесь. Для этого нам нужно зайти в настройки, и в настройках заходим в пункт «Экран». Дальше выбираем дополнительно масштаб изображения по экрану. Здесь мы видим, какого размера будут иконки теня. Вправо мы их увеличиваем, влево, соответственно, уменьшаем. Выбираем на свой вкус. Я себе оставлю же по умолчанию, так как мне подходит стандартная. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, можете написать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!